Ох, и ботанический сад. Точно, Азали. А раньше, разве они тут раньше были? Не было. Я много лет. А свадьба моя, мы здесь гуляли. Видишь? Да? Конечно. Да блин, Оксана, когда была свадьба? Уже сколько лет? 8 лет назад. Ото. А это-то я последний раз была в ботаническом саду на свадьбе. Все. Ну, пень. Лилиями пахнут. Сейчас понюхаем. Ах, как они лилиями пахнут. Вообще просто. Ох ты ж, ё-моё. Я даже думала, не так же сильно будут. Вот это я сейчас так смотрю на лес и хочу в этот, туда, в дендропарк. Представляю вам мастера йоду. Я не знала, кто это. Но видите, он так жмурится. Он ему очень нравится, что я к нему пришла. Такой классный пацан. Не разговаривает много девочки, мальчики. Вот. Главное, и вот рука у него, смотрите, господи. Мне пришлось, конечно, сесть. Я маленькая, но пришлось сесть, чтобы... Ну, ему нравятся эти зажмуренные глаза. Так вот, ботанический сад Киева. Идемте вместе с нами. Чуть-чуть погуляем. Моя крестная говорит, что эта аллея здесь была. Поскольку я была в последний раз в ботаническом саду 8 лет назад, на ее свадьбу, вот, то я не в курсе была. Мы, конечно же, еще сходим через весь парк, но мы сходим пионы посмотрим, мои любимые. Поэтому будем гулять. Я буду потихонечку подснимать. Кстати, у нас тут есть невеста. Тут больше мою подружку заинтересует, Ирку. Кто в каких платьях. Кто что покупает. Что привозить. Сейчас мы тоже это все снимем. Как удобно, видишь, и не надо залазить через паркан. Девочки, мы должны все обсудить. Бо паркан тут, я бы вам так сказала, что добрячий. Да, надо уметь закидывать ногу. Поэтому там он розовенький. Сейчас идемте на паркан. Куды? Куды ноги закидывать? Чтоб не перекидывать, треба мати палочку. Ой, это какие-то миленькие, да? Это те же, да, самые? Mm-hmm. Что-то мелкий сорт. Другой цветок. Звони, нигде нету. Это красиво. Мы тайно должны с ней двигаться. Что там? Обрезано, да, хватает. Да, на вкус. Уже есть для этого их. Красиво очень.
Як у вас кофточка, Оксана Володимирівна? Тут ми вчетвером стоїмо. Или втроем. Да. Втроем. Так, налево, направо. Пойдем. Там уже лисы кусты. Опиздали трошечки. Куда нам подходить? Котик, давай сюда. Иди там, где бабушка. Тем цветом уже фотографировались. Наречені, наречені. Ну, гарно, що є наречені. Не тільки ж всім розводіться. Так, а вон тут і все теж шопа. Якщо б вона була ще заплетена. Пионы. А, пионы. Пионы, которые еще не цветут. Так, а будут еще как-то... Ай, блин. Наступила на якусь каменюку. У кого зрение минус 5, тут видишь, издалека в шишке. Вот одна это шишечка. Нет. Девочки, мальчики, одна единственная шишка. Нет, шишка. Зоркий глаз. Ты у нас как сокол. Они ее типа подрезали, верхушку ей, она же не такая. Она такая есть, а если еще какая-то... Такая еще. Да, она такая как силиконовая типа. Так, вы это издалека еще не видите. Но если подойти и сделать... Вот так, то вы его увидите. Он очень большой. Он очень большой. Больше моей руки. Класс. Но это не такие пионы, как я люблю. Я люблю пушистые. А пушистые у нас вот здесь. Ой, как хорошо, что есть селфи-палка. Можно снять даже отсюда. Класс. Скажите... Идемте еще посмотрим. Каштан у нас, кстати, там вот вдалеке красные, да, так называемые. Здесь вот пушистые белые. Ой, солнце прямо в очи. Вон аллея белых еще. Ну, ни для кого не секрет, что Киев город каштанов. А Оля, иди веточку подержи. Оля, подержи веточку. Посмотри, какие у меня цветы. С той стороны зайди. Веточку подержи, внизу. Понюхаем. Подержи веточку. А там такой красивый. Какой он? Зеленый есть вон. Оксана, вон есть зеленый. А что он такой какой-то? Такой сорт. А, такой сорт. И вот, и вот есть какой-то. А, вот он просто больше раз. Вот такие они такие. Ну, такие ты поняла. Не тугие. Дебель. Уже цветает. Солнечная полянка. Так, ну а это оттенок король.
цветов, как у УКС. Смотрите, большие тоже, очень большие, прячутся. Эти уже отцвели, к сожалению. Хотя что-нибудь мы сейчас поищем. Симпатичная. И вот он маленький, симпатичный тут прячется. Красавчик. Девочки, мальчики, репортаж. А я такая вся в веселой юбке. Ветер, юбка плюш. Папочка с детьми. Я все вижу. Что он в руки подвернулся. Все нормально. Давай сюда. Ветер. Там будет настроение. Боже, не поймите неправильно. Под окном я такое же. Как у меня эта девочка спрашивает, вы в ботанический сад ходите? Я говорю, киевляне, говорю, которые живут на левом берегу, говорю, у них ботанический сад в каждом дворе. Причем у нас не самые кислые эти сорта. Я же такого чудеса не выражу. Так, куда? Налево, направо? Нам надо ориентироваться на Выдовицкий монастырь. Вот там. Зачем? Ты была? Потому что спускаясь вниз. А, еще знаешь, где-то симфонические оркестры под открытым небом. Вот там, именно там идут аллеи. Что-то не знаю. Какой еще симфонический оркестр? Там, там музыкальные концерты, вот эта вот живая музыка такая. Вот там. Где твои очки? Мои очки там. Уже куда-то сложила. Все там. Идет щуриться. Я просто не знала. Белая, пушистая, уже цвета, правда. Но зато есть такая чик-чик. Тоже солнце в очи. Это мы будем. Тут прям новые кусты. Ну, оно и так понятно, да, маленькие такие. У людей там вообще это пикник на 20 человек. Ну ничего страшного, ничего страшного. Ой, какая классная сирень. Сейчас я вам покажу. Она двухцветная. Сейчас. Надеюсь, видно, не засвечивает. Боже мой, боже мой. Как будто в первый раз. Знаешь, уже
А что тоже вообще отцвело? Коричневый цвет сирени тоже есть. Чик. Это экибан. А, это экибан. Да, Юля, ты тоже включена. Вот это Алия. Ну, она уже такая. Отцвела. Зачем? А, для той, которая... Ага, сейчас хочу снять. Ну, когда освещено хорошо. Молодцы, девчонки. Спасибо за контент. Без нарушения авторского права, я надеюсь. Давай, сфоткаемся. Блин, Оксана. Плохо мы... дело. Надо вот так. Смотрим на сирень. Смотрим на сирень. Смотрим на сирень. Он был хуже собачий, не знаю. Это что, для, это для кого? Кто-то тут хочет, кто-то тут ходит, да? Ну да. Юля, нам надо где-то ниже спуститься, ну там. Я знаю, что... Как красиво, конечно, красиво они построили эти дома. Эти муравейники-человейники. Сейчас. А, не увеличивает эта камера. Видите, да, там на заднем... Фоне. Очень красиво, конечно, все. Но это человейники, мы называем их. Дорогие человейники, мы у вас живем, мы с вами живем, как человейники, человейники. Такая типа фоточка. Так вот. Главное не брякнуться на этих ступеньках. Люди, блин, а это... Очень удобно. Идешь? И сирень твоего роста. Вот смотри, какая пушистая большая. Угу. Видишь, я как называю, полированная. Ага. Налево, направо? Вей, наверное. Юля. Правильно, зачем нам направо идти? А почему налево не идем? Мы уже взрослые, нам можно. Так, а тут я тоже была. Ну, здесь меньше обзор. А что мы пришли? Если у вас ступеней нет, не пойдет это дело. Может, нам надо было налево пойти? Лево, право, лево, право. Блин, это так. Наша еда шелестит. Ты видел, как у меня шопер красивый? Сама, я скажу, сама вышла? Да. Туда сидит, я тебя умоляю. Хочу показать вам эти ступеньки. Просто. Это трэш, а не ступеньки. Так, если я упаду, это видео кто-то смонтирует другой. Боком надо девочки ставить ноги.
даже если ты в кроссовках. Так. Какие-то джунгли уже пошли. Каштановые джунгли. Ну а как это описать? Вот, смотрите, каштан. Оп. И мы под каштаном стоим. Тут реально. Я тут еще точно ни разу не ходила. Так себе киевлянка, да, скажете? Я скажу, да, так и есть. Мало меня таскали по ботаническому саду. Мы не туда спустились, это мы уже в самый низ, получается, спустились. Да, ну пошли туда. Ну идем, как мы обычно в детстве выходили. Да, через дверь, да? И это тоже было. Как же, если есть дырка в заборе, ну как не воспользоваться возможностью? Саша лез, Вова лез в дырку, ну ненавидят это, ничего страшного. Удачно это, наоборот. Просто не любят ходить. А, вот жирными. Ну ладно, Вове это не грозит, но Саша может быть. А он скромный, помните. Тут прям какой-то яр, прям. Что я в детстве не замечала. Нету тревоги, нету воды. Что ж поделаешь? Вот тут крутится, как в Советском Союзе. Карусель, карусель. Слушай, ты там крутишь. Ну, нет. Нету тревоги, нету воды. Второй краник тоже не помог. Вы, конечно, не ждали такое заключение этого видео, но, девочки, мальчики, что мы поделаем? Таке життя. Воно буремне.